Несмотря на то, что теплые дни еще стоят в городе, многие уже начинают готовиться к зиме. В том числе и владельцы домашних животных. С приходом холодов питомцы нуждаются в дополнительной заботе. Сеть ветеринарных аптек доктора Чулковой предлагает широкий выбор витаминов, шампуней и одежды. Более подробно расскажем далее. Зная, как ухаживать за питомцами в зимний период, можно избежать множества проблем, в том числе и со здоровьем. Например, ветеринары советуют тщательно мыть лапы после прогулок, а в сильные холода не забывать про специальные комбинезоны. Приобрести одежду для собак разных размеров, которая согреет даже в самый лютый мороз и защитит от дождя, можно в любой из аптек доктора Чулковой. Также врачи напоминают об уходе за естественной защитой животных, за шерстью. С первыми холодами домашние питомцы начинают менять свою летнюю шерсть на более теплую. Поэтому уход за шерстью должен быть более тщательный. Чтобы облегчить процесс линьки, необходимо мыть питомца хорошими шампунями с добавлениями кондиционера. Вычесывать питомцев нужно регулярно, минимум раз в неделю до окончания линьки. Также советую обратиться к грумеру. Наш специалист сделает стрижку, поможет подобрать уходовые средства и подобрать мультивитамины для здоровья кожи и шерсти. Также не стоит забывать про уход за ушами и глазами. В сети аптек доктора Чулковой продаются специальные салфетки, а также лосьоны, которые помогают бережно избавиться от пыли и грязи. В зимний период важно следить за питанием домашнего животного. Например, воду лучше давать комнатной температуры, а не сразу из-под крана. Необходимо подобрать и правильный корм. С первыми похолоданиями потребность дополнительной энергии возрастает. Часть получаемых с еды калорий животные начинают тратить на собственный обогрев. Этот нюанс надо обязательно учитывать. Можно просто увеличить норму питания, этого будет достаточно. Иногда потребуется летний корм заменить на более калорийный. Еще иммунная система начинает давать сбои. Дефицит солнца и промозглая погода понижает защиту организма не только у людей, но и у домашних животных. Лучше всего вовремя поддержать собак и кошек, давая им различные витаминные комплексы. Витаминов для питомцев в сети аптек доктора Чулковой множество. Подобрать необходимые помогут квалифицированные консультанты. Существует еще одна мера поддержания здоровья любимцев в холодный период – это вакцинация. Если прививка должна быть сделана в осенне-зимний период, не стоит оттягивать поход к врачу. Сабина Саблина, Максим Мещеряков, телеканал «Волгоград-1».